А, вот это еще успею. Ну, сколько можно? Вот существуют фундаментальные вещи. Когда-то какой-то опять странный человек, заметьте, не могу материться уже, сил не хватает. Странный человек, скорее всего, в 19 веке назвал комедию течения болезнью. Придумал вырезать все вот это, вырезать всю рану. Рана это морозобойная или солнечный ожог. Вырезать все, протравить. А знаете, чем травили? Щавелем. А что было в 19 веке еще? Ничего. А когда протравили щавель, чем замазать? Свежим коровьим дерьмом. Вот представляете, идете за коровой. Упала лепешка. Собрали. До сих пор колечко дерева вырезают. Я показывал в фильме. Там только в пределах моей видимости сахатаринские абрикосы помирать никогда не помрут. Но они покрылись кометь, 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 кометь. Если все это вырезать, дерево 100% умрет, тогда количество это, площадь вырезана будет больше площади дерева. Они чем думают-то? И при этом вот это все заросло и дальше живет. Это с Приморья. Это не значит, что сахатаринские более морозостойкие, чем мои вот эти манжурцы. Там 40 градусов не бывает. Вот они на это, попав ко мне в медикосики от этого самого, от Бродского, они начали покрываться комедию. Да черт себе, урожай-то какой. Вот сейчас только видели девушку. Или вы на девушку только смотрите. Вот. Дерево занимается самолечением. Не мешайте ему, а то видите как. Вот жидкость потекла. Человек спрашивает, это особенность абрикоса или заболевание? Это особенности абрикоса, яблони, груши, сливы, персика, всех. Выделяется специальная жидкость по залечиванию. Наверное, я кое-что пропускаю. А, вот это я не могу. Нет. Ну, тут быстро. Можно ли от неплодоносящих деревьев брать черенки? Да, я постоянно так делаю. Если я уверен, что это сорт именно он. Вот. И никогда не бывает этих самых у меня сбоев, что, ой, а если правда не то выросло, а молодое дерево, разброс качеств, неустоявшаяся эта самая генетика, да черт с ним, мне все равно, какая что она неустоявшаяся. Я очень надеюсь, что вырастет не то, что на этом вот раз взял черенок, на следующий год дерево, с которого взял черенок, вот такие плоды. А еще вот на том дереве, который привил этот черенок, совсем другие плоды. Да и урод этому, это и есть это самое, и мастерство. Вот, это еще надо это еще добиться. И смелость. И это как художник. Он когда начинает рисовать картину, он еще даже не знает, чем она закончится. А может, в этой картине вот такой детали не хватает. Помните это самое, Шестипалый Серафим? Не было бы у него шести пальцев, и не было бы знаменитой картины. Понимаете? А в чем я? Так, вот это, хотя у нас время кончается, еще раз. Были у вас Турсуном. Турсун – это Турсун Полотускобилов, мой друг по совместительству. А главное, его, это ученый на пенсии. Абаканский институт аграрных проблем. Был у вас в гостях, ваши ролики, 6 серий. Вот, он запомнил, вы их видели. Кто хотел, тот видел. 6 серий с его участием. Вот. Дальше он пишет. Я ученый, внимание, я обязан это сделать. Занимаюсь плодовыми ягодами. Зарплаты маленькие, заказы минимальные. Мой сайт, вот он, если сюда нажать, помните, я вам показывал, мы на этом сайте были. Поэтому повторять не буду. Еще раз скажу. Он живет в Горно-Алтайске. Это один из центров садоводства. Бывшего и, главное, будущего. Вот такие места для садоводства. Если где-то меня упомянете, буду благодарен. Пароль на закрытую страницу Максим. Вот. И теперь я взял и зашел. И вот это вот перекопировал. Смотрите. Вот его глаза. Ну, это так вышло. Я же не нарочно обрезал. Вот его половина физиономии, видите? Абрикосы видите, значит, умеет работать. Я Янтаров Максим Борисович, по образованию ученый-агроном.
Агрономический факультет Горно-Алтайского государственного университета. Аспирант в лаборатории дендрологии и так далее, и так далее. Опыт работы 19 лет. Дальше научный сотрудник. Теперь у него частный питомник. Давай, ему надо помочь раскрутиться. Я еще раз говорю, ребята, я не вижу конкурента. Я вижу, вот человек приехал ко мне. Этот человек, ученый, аспирант со стажем, приехал к Железову. Для меня это и почетно. Для меня это самое. Это значит, что и я не дурак. Вот. И он, наверное, тоже не дурак, потому что мы с ним про 6 фильмов сняли. Далее, значит, я считаю нужным, чтобы вот такие вот, чтобы он мог кормиться за счет продажи, выращивания продажи саженцев. Так, вот это я считаю. Мы, еще раз говорю, поддерживаем всех и вся. Мы должны вытеснить эту сволочь с рынка. Сейчас вся страна забита ими. Вся. Все это умрет 100%. Про эту Абаканскую, про минусинскую машину я сейчас расскажу. Вот. Ну и вот вторая фотография его. Вот. Старт продаж стартовал. Может быть, потом я, знаете, как сделаю? Вот так вот сделаю. Потом, ну, кто-то возьмет, еще раз посмотрит. А вдруг он живет на Алтае? А что ему далеко ехать? Вот он с ним познакомится. Вот все, вот телефон, видите? Я его просил, дай телефон. Вот он телефон. Вот. Еще ему вслух скажу. 8-962-790-45-75. Чем он меня подкупил? Он к Железову приехал. Это не те эти, стемелевские эти, которые морду воротили. Какой-то металлург. Вот. А Железов генетику изучал. Да, изучал. А вы что думаете? У меня в школе, знаете, как было? Это бином Ньютона сравнили с тем, что это раз бином Ньютона, значит, это пример, чего невозможно догадаться, сообразить, решить. А это как бином Ньютона. И вот это слышал 10 лет в школе. За 3 минуты решил. Вот. И здесь точно так же. Нашли что-то сложное. Тем более там столько дури. И вот получается, что наш человек в Железу приехал. Все. Это наш человек. Телефон еще раз. 8-962-790-45-75.